Вас приветствует канал Fire News. Состояние Бори Алибасова прокомментировала его лечащий врач Мерият Мухина. Она рассказала журналистам, что родственники продюсера до сих пор не могут прийти в себя. Мухина уже более 10 лет следит за здоровьем Бори Каримовича. Она отмечает, что для своего возраста состояние у артиста очень неплохое. Его биологический возраст не соответствует паспортному, поэтому я уверена, что эту ситуацию он пройдет без осложнений. Сейчас Бори Алибасов не может самостоятельно питаться, но примерно через 3 недели язвы заживут и ему станет легче. Мерият Мухина категорически отвергла слухи о том, что вчера у Бори Алибасова была диагностирована клиническая смерть. По ее словам, не было даже предвестников такого состояния. Также возле НИИ имени Склифосовского сейчас находится экс-солист Нана Владимир Левкин. Он отметил, что сам пока не разговаривал с наставником, поскольку заходить к нему в палату могут только несколько самых близких человек. Бори Каримовича, когда он будет готов общаться с друзьями, ждет множество подарков, как от коллег, так и от многочисленных поклонников со всего света. Спасибо за просмотр.